Mystix решил добавить волшебства в наш декабрь и запускает свой масштабный адвент-календарь в своем аккаунте. Моим заданием было, как в детстве, объесться мандаринами и сфотографировать себя счастливой. Я, правда, поймала эту праздничную атмосферу и хотела вас пригласить тоже участвовать и выигрывать призы от бренда. Для этого нужно всего лишь выбрать любое задание в инстаграм-аккаунте Instax на этой неделе. Выполнить его и поделиться своими результатами в посте в своем инстаграм-аккаунте. Обязательно нужно отметить Instax Mini.ru на фото и поставить два хэштега Instax Mini.ru и календарь Instax. Если у вас еще нет камеры Instax, это не страшно, сейчас самое время ее выиграть. Раз в неделю бренд будет разыгрывать среди участников по отметкам камеры. Я желаю вам всем удачи! Запечатляйте классные моменты вашей жизни вместе с Instax, и у вас будет свой настоящий фотоальбом. А такую же стильную малышку Instax Mini 40, как у меня, вы можете приобрести в магазинах и на сайте МВидео. Ребята, всем привет! Угадайте, сколько сейчас времени? 10 утра. Я встала в 8:30. Сегодня у нас с Кариной будет фотосессион. И нам надо ехать далеко. Очень далеко. А еще вчера я сделала себе укладку, но, к сожалению, пока я спала, я делала на влажные волосы. Вчера было изумительно. Но вот эта сторона высохла быстрее, чем вот эта. Но я все равно так поеду на фотосессию. Если что, всегда придумаю, как замудрить прическу так, чтобы было супер. Так что сейчас я через 20 минут спущусь в машину, она уже греется, заеду за Кариной, и потом мы поедем далеко, в студию. Наконец-таки фильм со свадьбы пришел, я его уже выставила, кушаю бутерброд. Так начинается мое утро. Я сижу на Ютубе или в Инстаграме. Смотрит в одну сторону, должно было быть не так. Я никогда никому не желаю зла, разумеется. Но просто иногда я не совсем понимаю, зачем делать что-то, что оттолкнет от тебя людей, когда можно сделать то же самое, что ты собирался сделать, но при этом без того, чтобы от тебя оттолкнулись люди. Ну, я имею в виду исчезать, например. Такое вот у меня сучье настроение утром. Я так скажу, я считаю, что продавать курсы норм. Особенно, если тебе реально есть что рассказать. Тем более, что каждый человек сам принимает решение, покупать ему или не покупать какой-либо курс. Еще я считаю, что если ты начинаешь вести такую игру, что ты как бы, как будто бы антигерой, который хайпится, то это нужно продолжать делать. Ну, типа, как инстасамка, например. Это не разовая акция, потому что если это разовая акция, то это, ну, не в ту сторону работает, мне кажется, какую надо. Вот взять инстасамку. Сумасшедшая. Ну, да, но она эпатажная. Может, она и творит дичь, это правда, я сама в шоке там с каких-то моментов. Но при этом ты волей-неволей все равно такой думаешь, типа, блин, вот она крейзи, да? А тут ты просто сидишь и думаешь, как там это в ТикТоке, да, трэш. Ну, не знаю. Мне, если честно, очень грустно за этим наблюдать. Я никогда об этом не высказывалась вот так в интернете. Но я подумала, что это просто мое мнение, типа, ничего такого. Я не обязана его там как-то лично высказывать. Я просто говорю свои мысли, как всегда, на своем YouTube-канале. Я, конечно, ну, разочарована, скажем так. И опять же таки, дело не в курсе, дело в том, под каким соусом все это подается. Сначала как бы типа, вы что, с ума сошли? Я просто, знаете что, кто-то написал, типа, и вот после такого блогерам не верят, когда у них случается что-то там нехорошее или еще что-то, и все начинают думать, что это хайп. И это правда, и меня это лично возмущает, эта ситуация вопиющая. Это можно, ну как бы я это даже могу расценивать как неуважение, скажем так, коллегам. Потому что получается так, что один блогер там типа делает вид, что что-то случилось, он пропал, все должны поволноваться, а потом сразу же резко начинается жесткий прогрев, причем очень некачественный, и потом сразу же резко начинается, ну, как бы все, курс покупайте. Я еще раз повторю, я не имею ничего против курса, даже не очень качественного прогрева. Кто-то же наверняка купит, да, все равно для кого-то это все супер, все как надо идет. А для многих, ну, и для меня в том числе, это, ну, странно, это как-то тоскливо, что ли, наблюдать за таким. И я почему-то расцениваю как неуважение даже, помимо того, что это неуважение к аудитории, также неуважение к коллегам, хотя, может быть, Саша не считает
меня, нас с коллегами, не знаю. Это уж не важно. Все равно в одной, как бы, YouTube-жизни варимся. Но получается так, что не дай бог, вот, да, что-то случится, когда-то там кто-то расскажет, я расскажу что-то, да, вот, ребят, такая ситуация. Вот я там, поэтому там 3 дня не выходила в Инстаграм, потому что случилось вот такое вот грустное. Ну, допустим. И все начнут думать, что это хайп. Хотя я не думаю, что про меня, конечно, так начнут думать, потому что я никогда такие вот грязные дела не делаю. Хочешь отдохнуть от интернета? Сделай сторис. Ребята, на 3 дня беру выходные от сторис, например, на неделю. Базара ноль. Отдыхай. Никто вообще возмущаться не будет. Вон как Карина моя, да? Каспарянц, Маркарян. Если она хочет отдохнуть от интернета, от сторис, она так и пишет, типа, ребята, я на выходные. Все, типа, 2 дня, там, смотрите, например, мой YouTube. Я выпустила ролик, а я пошла там отдыхать, чилить, смотреть сериалы, грубо говоря. У меня выходные. Человек отдыхает, он может уйти в себя, может пойти на практики, где не надо с телефоном сидеть. Ради бога. Ну нет же, надо исчезнуть. Короче, это, честно, я одним словом разочарована. Я еще, знаете, в какой-то момент подумала, блин, ну неужели это вот из-за того, что охваты какие-то упали, ну... А из-за чего еще, в принципе, тогда думать? Или еще что-то? Неужели это из-за этого? И я понимаю, ну вот, я понимаю, что нельзя судить людей по себе, но да, может быть, я не суперзвезда, там, где меня везде, чтоб прям показывали, но у меня тоже бывало, типа, время, и сейчас бывает, что падают охваты. Но чтобы их поднять, нужно просто работать. Для этого не обязательно пропадать. Просто начинаешь активно что-то выставлять, снимать, интересное что-то делать. Не знаю, гулять с какими-то блогерами, чтобы обменивались там активной аудиторией, допустим. Ну, как бы куча способов, чтобы поднять вот эти все охваты, там, не знаю. Но зато благодаря этой ситуации все об этом говорят. Вот маршрут так. Маршрут построен. Так, через до Карины... 100 метров. До Карины мне 5 минут. А еще очень жду, когда на моем канале, не знаю, каким влог этот выйдет, там, до реакции на Лондон или после... Но я вчера начала монтаж, я сделала только половину работы, подставить все, там звук подставить с картинкой, экран монитора подставить с нами, да, с видео, где мы со Славой говорим. Сегодня я вечером продолжу, буду уже обрезать все, чтобы интересно было, и вообще радуюсь. Радуюсь, что достаточно продуктивной я стала. Вот, не ленюсь. Да, у меня в Инстаграме, может быть, немного супер-контента выходит, но сейчас вот мы с Карыночкой, моей подружкой, поедем, пощелкаемся. Причем мы планируем сделать фотосессию вдвоем. Мы с ней договорились, что не будем фоткаться по одному, потому что это начинается. Все, по одному сфоткался, теперь хочу только где я одна выставлять фотки и парочку или одну совместную. А мы договорились, что мы именно будем делать только совместные фото, поэтому... Интересно, что из этого получится. Я возьму вас с собой. Сегодня мы с Кариной проведем вместе весь день. Если получится, заедем в одно место, а конкретно к моей подружке, к нашей подружке даже, Насте Фет. Мне нужно кое-что у нее забрать. Одно очень важное дело. Если мы сегодня к Насте попадем и заберем то, что мне надо забрать, я вам покажу. И это будет офигенно, потому что это супер дорого. Так, ребят, я уже приехала за Кариной, а она опаздывает. Еще оказалось, что у нее какие-то вещи в машине. Блин, ну почему? Так что, короче, ждем ее, пока она долго выходит. Я просто делаю на этом акцент, потому что, на самом деле, обычно... Я опаздываю, обычно я просыпаю, и Карина мне тоже тут на днях сказала, типа, ну хочешь, типа, поехали на неделю в студию, но только боюсь, ну, может, не так она сказала, но в духе, типа, ну, главное, чтобы ты не проспала, как обычно, или не опоздала, как обычно, нельзя опаздывать, там 20 минут и все, ничего не успеем. Я говорю, ладно, нет проблем, хорошо. Засранка такая. Ну ладно, мы как бы не сильно опаздываем, но просто нам реально надо приехать пораньше, потому что у нас большой план на сегодняшний день, на студию, отфоткать 5 совместных луков, отснять мне рекламный проект, который просто вчера подтвердился, и я такая, типа, уа, как все совпало, мне как раз надо в студию ехать. Так что дел по горло.
Вот, и пока я ее жду, я зашла к ней в кофейню рядом с домом, взяла ей матчу на кокосовом молоке. Я такой даже не произношу в обычных будних днях. Я просто даже, кстати, не пробовала эту матчу. Ну, не буду пробовать, пока она не придет. Да, если честно, я не сильно горю желанием. Я боюсь, что это что-то невкусное. О чем мы там про Сашу Спилберг? Блин. Ну, сейчас кто-то напишет то, что вы же раньше дружили, типа, чё, почему перестали общаться? Ну, да, я много с кем раньше дружила, я как бы не предавала никакие секреты, там, ничего публично, там, не рассказывала, да, то есть то, что там касалось нашей дружбы, личного общения, я никогда там в интернете нигде никогда ничего такого не рассказывала и не стала бы, вот, я лишь просто комментирую то, что... Ну, как бы человек сам выставляет, и мне, мы, конечно, с Сашей уже не подружки давно, но мне это все, ну, вот по-человечески как-то грустно наблюдать, скажу так. Я понимаю, что, может быть, что это он там делает, мужик странный. Я понимаю, что, может быть, да, если Саша это увидит, она подумает, блин, ну ты вообще, Юль, типа, крыса или еще что-то, но, типа... Я как всегда, если никто не создает никаких ситуаций, да, которые меня там как-то расстраивают, поражают, удивляют, я же их и не буду комментировать. А комментирую я просто потому, что, ну, это я уже сказала, что я не могу молчать, потому что для меня это очень такая ситуация, как будто даже меня лично касается. Не знаю. Честно, я очень надеюсь, что... Сейчас Саша продаст свой курс, там, не знаю, научит кого-то всем азам и не азам, там, как работать с блогерами, да, я ей желаю удачи, и после этого просто включится в работу, начнет снимать контент, YouTube, там, Instagram, ну, как-то вот, не знаю, очень надеюсь и очень ей этого желаю, просто мне обидно, что вот так бывает. По сути, меня это не касается, но и касается одновременно. Обидно именно то, что, ну, как мне кажется, наверное, это очень прям тяжелая ситуация для нее, раз пришлось, скажем так, прибегнуть к каким-то исчезновениям, вот такого рода прогревам. Ну, то есть, как бы, когда такое происходит, ты сразу начинаешь думать о том, что, ну, наверное, прям очень все плохо, очень безвыходная ситуация. Тяжела ноша. Видите, ребята, как сложно работать блогером? Разве кто-нибудь такому научит, а? Ходишь себе по шоурумам, вещи собираешь. Ой, наконец, у меня такая грязная машина. Ваша матча, сэр. О, вот это. Спасибо. О, где сахар? Ты не я. Не пытайся быть похожей. Короче, ладно, сейчас мы поедем, нам ехать минут 40, наверное, и пока поболтаем наедине, а потом подключимся к вам. И еще Карина снимает сегодня влог, так что смотрите, у нее тоже выйдет. Может, мы там такой эксклюзив, да, сделаем? Да? Да. Так, мы уже приехали в студию. Здесь Катя, конечно же. Катя, передай привет. Привет. Со своими клевыми волосинюшками. Заинтриговала меня, теперь тоже такие хочу. Необычно. Ну да. А я вообще люблю все, как у всех. Мне нравится. У нас с Кариной одинаковые пинджаки с блестяшками. Шикадам, шикадам. А, ой, мама, шикадам. Да, не знаю, как это сделает, проверяет на человеке. Да, да. А ты сначала сам попробуй, а потом я посмотрю. Так что сейчас переодеваемся в новые луки. И для меня тут тоже подобрали из одежды Карины. Давай бежим. Или нет, давай бодики. Ребят, я только приехала домой, устала ужасно. У меня, наверное, весь макияж уже смазался. Я выгляжу не очень. Я себя долго не собираюсь снимать, а собираюсь снимать я то, что Слава сейчас будет распаковывать свой подарок на Новый год. Да, я знаю, что до Нового года еще, ну, как бы, больше месяца. Ну, не сильно больше месяца, давайте так. Но просто вышло так, что... причем Слава тоже мне уже подарил подарок. Я его тоже вам покажу в этом влоге.
Короче, вышло так, что он спалился, как бы раскрылся, что типа он, короче, не смог терпеть ждать и решил подарить мне подарок, который он для меня подготовил. И я очень рада, что он сделал это именно сейчас, потому что я могу уже сейчас этим пользоваться, и я очень счастлива. И так вышло, что в тот же момент, когда он этот подарок, который подарил мне, заказывал, я в этот же момент, благодаря моей подружке Насте Фет, нашла невероятное, то, что просто сейчас найти нереально. Ну, спасибо моей подруге, она помогла. И сейчас я сниму распаковку подарка, который я подарила Славе, а потом покажу вам свой подарок от него. Так что я не могу снять реакцию Славы, потому что он уже ее увидел, так как он поднимал ее из машины. Она тяжелая, у меня были еще пакеты. Но когда он это увидел в машине, какая у тебя была реакция? Очень радостная. Ты не ожидал же, что я такое найду? Нет. Ты что, говорил, Зай, как? Ты кто? Ты Дед Мороз? Ты виртуоз? Короче, просто не так давно, если вы смотрели мой влог, мы со Славой ходили, и как бы там сказали нам, что их вообще нет, не будет, и вообще забудьте. Сейчас дефицит. Да. Этих приставок из-за этих полупроводников. Чипов каких-то. Чипов, да, да. И их в Россию завезли, типа, что-то 35 тысяч, когда на старте продаж. А пользователи, которые готовы были купить в день релиза в России, было больше 100 тысяч. То есть, типа, ну, вообще нереально. И сейчас я вот смотрел на замену новой четверки. Перекупщики продают такие за оверпрайс в два раза. То есть, типа, 100-120 тысяч. Короче, это ужас, не покупайте за такие деньги, потому что я купила дешевле. Че, распакуем? Да! Ну давай сначала с мелочи начнем. Конечно, с мелочи. Помимо самой невероятной этой приставки, также я купила в подарок Славе джойстик. Ну, это уже как бы не совсем Славе, а мне или, например, Славиному брату, который будет к нам приезжать играть. Потому что нам, конечно же, нужно два джойстика. Один идет в комплект, другой дополнительный. И вот такие вот игры ему взяла. Ну, чтобы было во что играть, сразу же кайфовать, пробовать. Ну, это понятно, это я вообще недолго думала, потому что это понятно. Все мальчики любят скукотища какая-то. Вот это мне даже очень понравится, интересно. Ну, и взяла какие-то просто такие, которые могут ему понравиться. Не знаю, насколько понравится, да? Мне очень понравилось. Вот эти игры, ну, понятно, это понравится. Ты бы ножик какой взял, да? Первый раз трогаю в руках. Вау! Так интересно, какие ощущения. Вау! Но на вид очень. Ну, на круто. Вид, конечно, ничего, круто. Ничего не лифтит. Вообще намного круче цветных, да? Невероятно. Такой минимализм. Мне качество вообще офигительное просто. Сама суть в этих джойстиках на самом деле, потому что они с классной отдачей. Вот он загорелся. Ну, как интересно, как она выглядит. Я же вообще не смотрела ничего, никакие обзоры про нее, вот эту всю шляпу. Так, это, походу, инструкшн. Короткий справочник. Питание. Второй джойстик. Блять, аж вспотел, да? Потеряли пацана. Потеряли пацана. Да, джойстики, конечно, вообще как будто из будущего. Очень крутой дизайн. Хочу теперь на Соньке 5-й Fallout пройти. Просто мой муд. Я проходила Fallout на Соньке 3-й, мне кажется. Потом на Xbox'е проходила Fallout. HDMI. О, кайф. Ого, что за подставка? Ну, она может по-разному быть на... С ума сойти. Капец, тяжелая? Ну, вообще, когда я несла, было достаточно тяжело. Ну, килограмма 3,5 должна весить. Мне кажется, даже больше. Потому что когда я несла, было достаточно тяжело. Ну, просто до машины несла, я к Насте заезжала, как раз забрала. Потеряли пацана. У меня теперь эта песня в голове. Ты за что на вилочку бросаешь? О, прости. Мир будущего, ё-моё. Ой, мама! Сейчас прикинь такой. О. Блин, нихера себе. Да. Бандура. Выглядит очень дорого, я тебе так скажу. Заставка. Да, только с улицы, с зимы. Дед Мороз принес. Говорит, я этому там чело, да? Столько реакций в этом году снял. Да. Мама. Мама. Может быть, в этом году он созреет и на летсплей, если получится собраться. Может быть. Если захотите, и вы тоже. Да. Тогда да, можно. Но мы давно мечтали, мы с Юлей хотели снимать летсплеи давным-давно. Да. Все никак руки не добирались. Юля же у меня тоже геймер, она Fallout вообще только так рубится. Да, это моя любимая игра. Мне кажется, что если бы она снимала летсплеи, вы бы вообще офигевали. Ну, я люблю чит-коды. Кто их не любит? Ладно, ты мне про игры только скажи.
какая из этих, как вот распредели их от первой до пятой, потому насколько они тебя интригуют и насколько нравятся. Игр mm-hmm. там, конечно, много, можно было разных других заказать, но я подумала, что начать можно с этих. Я не стала брать те, которые ты уже прошел, которые у нас были на этой. То есть это первое? Да. Ух ты, какой интересный выбор. Даже немного неожиданный выбор. Я думала, будет вот это первым. Хотя это скукотища. Не, FIFA 22 для просто для игры вдвоем. Ну да. Она там нет же каких-то сюжетов. Угу. Ну ладно, клево, конечно. Ты побежал уже играть? Да. Я целую. Целуй. Привет, ребята! Наконец-то я вернулась к влогам. Что мы делали? Что мы только не делали? Я уже даже забыла, на чем мы там остановились. На фотосессии с Кариной прошло уже нормально так дней. Уже все фотки с той фотосессии я выставила. А у нас с Кариной вышли пресеты, кстати говоря. И пока еще мы нигде это не рассказывали, но мы готовим новый проект, хотел сказать. Ну да, новый проект. Новый пакет пресетов. Вот. Ну как он новый, мы эти пресеты уже давно юзаем, скажем так. Там пресеты с свадьбы, которые я делала, пресет «Хеликоптер» офигенский, который, кстати, мне писали даже директ, жду, когда выпустите, потому что он очень классный. Это у меня там фотка, где я на фоне, точнее, на фоне меня вертолет, я поэтому так назвала, мне очень понравилось. Сегодня в Москве снег, зима, представляете? И мы сейчас со Славой, с моим мужем любимым и наглядным, едем на студию опять. Вчера мы потратили почти 10 тысяч на свитера. Я не знаю, почему они такие дорогие. Наверное, просто мы лохи, и можно было заказать где-нибудь точно такие же. Например, на Озоне, я не знаю, где угодно, короче. Точно такие же, только дешевле. Но нет времени объяснять. Мы вчера увидели эти свитера и подумали, это то, что нужно нам для сегодняшней фотосессии. Кстати, в студии там сейчас Карина, Оск и Катя. И у нас такой план, как вот сделать фотку вчетвером. Карина с мужем, я с мужем, да, точнее, и наши мужья со своими женами. Или просто только мужья. Вы вдвоем хотите? Да нет, я шучу. Ну а чего? Я считаю, что прикольно. Мы же как раз поэтому и скооперировались все вместе, чтобы поделать клевых фоток. У меня садится камера. Только вышла из дома. Ну, у меня вроде есть. Сумочки! На самом деле у нас очень много изменений в этом влоге, я вам все расскажу, покажу. Я специально тянула, долго не выставляла влоги, чтобы было много чего интересного, потому что уже надоели вот эти, да, однообразная скучная жизнь. У меня оказался аккумулятор запасной, разумеется, я же не совсем конченая блогерша, да? У нас действительно очень много изменений, помимо того, что у нас дома перестановки произошли, появились новые гаджеты. Некоторые гаджеты нам пришлось отправить в ремонт, это вообще болезненная тема конкретно для Славы, надеюсь, он не против, что я это покажу вслух, да, сейчас. Да, ты уже все, всем уже рассказала давно. Я расстроен. Слава расстроена. Третий или четвертый день. Я, в свою очередь, хочу сказать, что я тоже очень расстроена, поскольку, во-первых, я понимаю, насколько это неприятно Славе и больно. Конечно, по сути, меня это никак не затронуло, в том плане, что моих там каких-то файлов не было. Но мне очень грустно за Славу, разумеется. И что случилось? В общем, я не знаю, что за фигня с Apple. Какого-то фига они Славе говорят, типа, хочешь обновить? Хочешь обновить комп? Он такой, ну да, что, это же нормальная тема, постоянно обновляем телефон, да, мы вот эти все. Ну и, в общем, он поставил обновлять, и его комп почему-то это все не выдержал, и что-то там некорректно установилось. Ну и, короче, его комп просто вырубился, причем самое интересное, что он мне об этом не рассказывал. То есть он, оказывается, всю ночь просидел, мучился, что-то там пытался перезапустить, потому что однажды у меня была похожая история с компом, но у меня это все произошло, потому что я скачивала всякие плагины, пакеты с прикольчиками для Sims, чтобы обрабатывать, там, строить. Короче, всякой чуши накачала, не знаю, сколько гигабайт, из-за этого у меня комп, короче, офигел, и мы его заново переформатировали, типа, еще что-то, очистили, переустановили. Вот. А у Славы по-другому, там не из-за каких-то штучек, которые он накачал, в том-то и дело, что это просто Apple. И он мне об этом не рассказал, он всю ночь мучился, потом на следующий день, получается, я просыпаюсь, говорю, давай вставай, ну как обычно, чтобы это встать пораньше, день как бы прожить с утра пораньше. А он мне говорит, что он не выспался, я думаю, что ты делал? Он мне так не рассказывает, а потом
даже не рассказывает. Потом он сидит за компьютером, злой, грустный. Я что-то ему говорю, он такой весь злой, грустный. Я говорю, что случилось? И он мне рассказывает, что его комп финита ля комедия. Ну, в общем, я ему говорю, вези в сервисный центр. Он повез какой-то сервисный центр, который нашел поближе к дому. Там вообще какие-то конченые задроты сидят. Они сказали, а, выкидывай на помойку компьютер свой. И нам еще денег заплати, наверное. Заплатил ты им? Ну и слава богу, вообще офигевшие тогда были бы. Они просто браться не хотели. Они не хотели разбираться, браться. В общем, какой-то отстойный сервисный центр. Слава даже оставил гневный комментарий. Мы правильно, я тоже так как бы сделала бы на его месте. Потом Слава позвонил в Apple. Это снег. Потом Слава позвонил в поддержку Apple, и там ему сказали, что сделать. Но это, к сожалению, тоже не помогло. Потом позвонил мой папа, сказал, что он знает каких-то ребят, которые могут попробовать помочь. Мы поехали в другой сервисный центр, отвезли этим ребятам вчера комп. И даже мы вчера поехали в ТЦ, потому что мы думали купить новый комп. Хотя старый еще, как бы, возможно, будет, ну, должен работать. Как бы мы думаем, что все будет норм, потому что там есть такие вещи, которые можно починить, заменить, скажем так. Но мы думали купить новый комп, а этот потом продать, когда починим. Но мы не нашли даже нормального компа в ТЦ. Это вообще какая-то дичь, я об этом сторис вчера рассказывала, то, что у нас компы на 2 терабайта, да, у нас там они не самые, может быть, новые, у Славы 17-го, у меня 19-го, но сейчас, что самое удивительное, даже не найдешь комп на 2 терабайта. Выпустили вот эти новые, я их, конечно, немножко занегативила, потому что мне абсолютно не нравится дизайн новых вот этих аймаков, вот эти вот разноцветные какие-то детские непонятные компьютеры с маленькой диагональю. 24 дюйма там, у нас просто 27, и с 27 пересаживаться на 24, это просто какой-то капец, если честно, потому что я на них смотрю, рядом стояли два компа 27 дюймов, вот старый дизайн, который у нас, и новый 24, да, там какие-то новые программы, он наверняка шустрее, быстрее работает, еще что-то, но прикиньте, память 500 гигов, это что, как на телефоне? На комп, как на телефоне. Ну, я на телефоне, блин, не монтирую влоги, например, по несколько причем часов. Причем стоимость улучшения жесткого диска, там, как крыло от самолета стоит. 60 тысяч, 40 тысяч, чтобы тысяч. Было 2 терабайта. Хотя за 60 тысяч, чтобы ты понимала, можно на Windows, ну, на винде поставить 8-терабайтный, 8-терабайтный. Ну, это понятно, что, ну, как бы Windows... И это выйдет, типа, в 1040, может быть, знаешь, типа, из разряда. Ну, то есть они вообще... Такие цены у них просто... Ну, короче, мы расстроились. Там есть вариант заказать комп. Просто наши компы стоили по 170 тысяч где-то, может, там 180. Тогда, когда мы покупали, хотя Славин 2017 года, но он и тогда столько стоил, да, и вот у меня точно такой же... Ну, не, у меня как бы поновее, у Славы, но у нас у обоих 2 терабайта, и все как бы хорошее, улучшенное. Мой тоже стоил так же. А сейчас за эти деньги просто какие-то дрова продают. Просто отстой какой-то. Можно купить комп за эти деньги, но там не будет даже терабайта. Дюймы какие-то вонючие. И еще что-то не так. Можно собрать комп. Мы посмотрели, вот если брать вот этот новый на 24 дюйма, который с новым дизайном, да, вот сейчас Apple выпустили, ну, недавно. Что-то 260 тысяч, по-моему, или 280, вообще какие-то сумасшедшие цены, да, выходят. Да, по 300 косарей. Причем самое тупое и глупое, то что это не то, что даже я хочу, понимаете? Потому что я не хочу вот этот вот дебильный дизайн. Просто вот я говорю в сторис, то что потеряла вообще всю свою изюминку, всю свою необыкновенность. Вот эти аймаки, потому что у них спереди должно быть красивое яблочко, красивый экран такой вот обтекаемый. А это что? Какая-то прямоугольная коробка маленькая, сзади только яблочко. Кто его будет видеть? Стена? Это же в этом же и фишка, что вот такая, что ты смотришь, любуешься на все эти детальки. Их нет, просто обычный монитор, понимаешь? Просто зашел в обычный магазин техники, взял себе обычный монитор, разноцветный. Ну, короче, не знаю, я, если честно, вообще дизлайк. Я не знаю. И вот самое тупое, что это же даже не то, что как бы мы хотим. Понятно, что там вот эта новая у них программная установка, обеспечение, как это называется, M1, что-то, да? Нет, это процессор. Процессор. Ну, я не разбираюсь, я просто знаю, что дизайн фу. Короче, раньше у них процессоры все были на Intel.
Это типа такая компания, которая уже 100 лет обеспечивает весь мир процессорами. Но они решили не зависеть от них и сделать свой процессор. А процессор это типа, ну я тебе объясняю, это то, что с помощью своих вычислительных мощностей, способностей может обрабатывать там потоки задач. Задачи и информации, да. Вот, то есть чем он круче, больше, чем больше там ядер, тем больше, конечно, пропускная способность и так далее. Вот. А у них вообще этот чип, типа, вообще реально крутой. Правда, на нем, на него еще не все разработчики перешли со своим программным обеспечением. Еще не факт, да? Может, что-то и не пойдет наверх. Да, да, еще не факт. Может быть, что-то из программы не запустится. Потому что это же получается как новая платформа, когда процессор меняют, это значит нужно под новый процессор подгонять. А у них еще, короче, в этом процессоре и своя же видеокарта. И, типа, это вообще какой-то, ну, жир. Ну нет, я бы хотел, конечно, новый. Я не готов просто тратить 300 тысяч на то, чтобы купить вот эту вот маленькую коробочку с 24 вот этими сантиметрами диаметра. 24 дюйма! Они что, издеваются надо мной? Ну, это вообще кринж. Это реально как для детей. Это реально, и выглядит он убого. Ну, извините, я понимаю, что кто-то сейчас себе купил, да, я давно мечтал, кайфует, кто-то хвастается. Вау, у меня новый, там, синенький, розовенький. Но, если честно, для меня это выглядит просто не то, что несерьезно. Я себя чувствую серьезной женщиной. Я хочу работать на 27 дюймов, чтобы он был такой стильный, минималистичный, а не вот эти вот, как бы, да, карамельки. Мне не нравится. Ну, если вдруг подарят бесплатно, да, возьму. Но мне не понравилось. Предполагаю, что в следующем году они выпустят обновление и. Ну, как минимум 27 дюймов-то сделать надо, больные вообще. Ну, я думаю, что они просто не хотят все сразу, как бы. Я понимаю, но вот мы со Славой вчера об этом говорили. Я говорю, что за хрень? Вот, например, я хочу себе новый процессор взять, да, комп. Но я не хочу себе 24 всратых дюйма. Что это такое? Как я, да, обладатель 27 дюймов, вдруг должна захотеть 24? Это то же самое, вот прикиньте, у вас огромный телек дома, крутой. И вам говорят, давай ты возьмешь вот как бы намного меньше, но он будет картинку чуть поярче делать. Только ты вот ничего не увидишь. Ну как бы это, что за вообще выбор? Короче, разочарование. В общем, суть заключается в том, что мы нифига не купили, потому что ничего нормального нет, но есть варик заказать. Я вообще, у меня всегда такая мысль, я перешел на Apple, но все равно внутри я просто представляю, что за там те же 300 тысяч можно собрать такой ПК, просто голову потеряешь, с охлаждением, там, со всеми этими. Конечно, я бы не сидел на майке, но это супер удобно. Кроме того, что вот у меня произошло, я понимаю, что отчасти это, да, я сам виноват, потому что я не сделал бэкапы. Надо было делать бэкапы. Ну и, блин, об этом не думаешь, когда этого не происходит. А когда это происходит, ты как бы вот хватаешься за голову и все теряешь. Поэтому вот вы, если смотрите это видео, обязательно сделайте бэкап. Вот прям, ну, прям вот сейчас. Да. Вот прям сейчас тормозните видео. Какой-нибудь, как там это называется, бэкап? Ты так говоришь, я вот нихера не понимаю, что значит бэкап. Копию своей системы просто сделайте. Сохраните все, чтобы у вас там на этом облаке, не облаке, как называется. На облако, на жесткий диск отдельный. Я вот уже третий, четвертый день. У меня все там, песни, видео, фото, клипы, все, что какие-то наработки. Конечно, часть у меня материала есть в облаке, часть на каких-то жестких дисках. Что-то у Славы есть, да не просто что-то, у тебя терабайт целый на жестком диске, который... Да, это все фигня. А на компе почти сколько, 1.5 терабайта занято еще. Ну, представьте, там вообще просто материала с жопой жуй было. Все демки, все аранжировки, все документы. Ну, короче, это лютый пи***. Я даже, ну, я не знаю. Я себя пытаюсь успокоить, но я все равно думаю только об этом, четвертый день. Да. Ну и, разумеется, из-за того, что Слава из-за этого переживает, я тоже не могу сильно радоваться. Вот, ну мы как бы стараемся отвлекаться какими-то вещами. Например, вчера у Славы в комнате сделали перестановку. Я вам ее сегодня покажу, и мне она очень нравится. Надеюсь, Славе тоже. Единственное, там пока не хватает компьютера. Но он точно там будет. Сейчас, чтобы он не слышал, там не хватает. Не, я ничего не подкалываю. Наоборот, мне очень, ну, как бы жалко, я уже сказала. Ну, как бы, ну а что? Что, уже от правды не убежишь?
надо уже стараться жить дальше, как говорится. Ничего страшного. Я Славу как жена стараюсь успокоить. Говорю, вот эти вот демки, что у тебя были, да, клево, да, грустно, много лет. Но вот значит неспроста тебе все это вот так случилось. Значит сейчас у тебя хоп, и вообще такое дыхание откроется, что я сейчас чихну. Так что да. В общем, мы уже приезжаем к студии, так что в студии увидимся, если будет время, конечно. Так, ребята, мы уже дома после фотосессии, и, ну, опять в студии нифига не снимала, ну и забейте, ничего интересного, мы быстро пофоткались и разъехались. У меня тут этот, как бы, творческий беспорядок. Во-первых, я сегодня делала красоту в комнате, такую уютную атмосферу, у меня с гирлянды разноцветные, видите, я уже вон там повесила, красиво, да? Что еще? А, я же вам не показывала на влог твою дивизию. Мы перенесли вот это чудо из спальни сюда, и теперь здесь я крашусь. Ну и, конечно же, вы уже запалили мой подарок. Многие, кстати, уже догадались в моем инстаграм, каким образом у меня получается такая классная укладка. Сейчас я вам поподробнее расскажу, распакую, расскажу, под каким соусом все это подавалось. А сейчас я просто хотела вам показать то, что у меня здесь творческий беспорядок. Просто кошмар. Я сейчас буду все здесь убирать, чистить. У меня тут вообще это еще утром я снимала пижаму, выбрасывала, потому что торопилась. Так, мы тут с родителями, с моей мамой решаем по поводу этих салютов на Новый год. Кстати, у меня новый чехольчик красный. Красивый? Скажу честно, я довольно долго тянула с распаковкой и вообще рассказывать какое-то свое мнение. У меня прям сегодня такой классный влог получился, насыщенный всякими дорогими подарками. А, ну что сказать... Слава мне, значит, дарит Дайсон. И я такая... Когда он мне это дает, я была в шоке. Он знал, что я хочу Дайсон, и не то, чтобы это было прям вообще сюрприз неожиданно. Это было сюрприз неожиданно, но были у меня такие мысли, как всегда, как из предложения, были у меня такие мысли, что, может быть, у меня будет такой подарок, скорее всего. Но, короче, суть не в этом. Суть в том, что когда он мне дает эту коробку, да, я распаковываю из другой коробки, да, я вижу вот это... Типа Джей и Би. Я думаю, что? Первое, что я ему говорю, это Джастин Бибер. Я просто думаю, блин, чё? Потому что я не привыкла к тому, что теперь-то у меня фамилия Басил. То есть Джулия Басил, поняли, мои инициалы. Слава говорит, что он не знал, что коробка будет коричневой, и тогда бы он, может, заказал другого цвета эти буковки, поскольку, ну, он как бы хотел розовый, типа девчачий, мне нравится розовый. Вот, и он бы заказал, конечно, более какой-нибудь нейтральный оттенок, может быть, там белый, не знаю, что-то такое. Но меня, если честно, совершенно не смущают вот эти буковки, то, что они фиолетовые такие, мне, наоборот, даже нравится, как-то, ну, необычно выделяется, да, может быть, было бы минималистичнее, если бы они были белые, но мне это вообще, если честно, до фени, мне самое главное... Просто, что он подумал об этом и сделал такую штуку, потому что я, когда увидела Дайсон, я была рада уже. Но, если честно, я даже больше офигела от того, что у меня здесь инициалы. Это было очень неожиданно и приятно. Короче, открываем. Я им уже пользуюсь. Тут есть специальная такая штучка, типа как подставка, чтобы он вот так лежал. И еще сверху подставку. Но мне так лень, я так устала постоянно вот так собирать красиво. Я думаю, господи, как надоело. Просто я им пользуюсь каждый... Ну, не каждый день. Я им пользуюсь не каждый день, а каждый раз, когда мою голову. То есть через день, через два. Кстати, самое удивительное и странное, что я заметила за своими волосами, что они не так быстро пачкаются, когда я пользуюсь Dyson. Это очень тупо, блин. Где мои рекламные кампании Dyson? Но это правда, это странно, не то чтобы у меня прям голова супер чище становится и дольше прям она выглядит офигенно, но действительно я заметила, это странно, я не знаю, с чем это связано, клянусь, не знаю, может я как-то лучше просушиваю, я не знаю, но у меня действительно почему-то голова стала не так быстро пачкаться. То есть вот у меня сейчас такая голова, я вчера помыла голову, перед сном ложилась на Dyson. Но я поспала, я еще не наловчилась, скажу честно, я еще не пользуюсь им даже месяца, не знаю, может быть, недели полторы, как он у меня. Я еще не успела наловчиться, поэтому не все получается идеально, и пока еще не так быстро я это делаю. Ну, где-то полторы программы мужское и женское приходится посмотреть. Но мне норм, мне норм. Мне это нравится, потому что я Славе так и говорю, все, я пошла играться в свой Dyson, отстаньте от меня. Ну, собственно говоря, что сказать. Я, конечно, безумно в восторге вот от этой штуки, хотя я на нее, что самое удивительное и интересное, еще ни разу не укладывала волосы именно с Dyson. Но я просто знаю, что это такое, потому что я до этого стайлера, да, надо называть его стайлером, а то слишком много рекламы, до этого стайлера
Я так волосы, в принципе, и укладывала, когда на фен. Потому что я сушусь, беру вот такую же расческу, только именно расческу, да, не насадку, и кручу, верчу. И да, тоже очень красиво получается, просто, ну, как бы руки больше заняты. А сейчас я могу и мужской, и женской сварить. Клевая вещь. Я знаю, что это отлично работает. Мне было намного интереснее протестировать все-таки вот эти насадки. Что про них сказать? Я до сих пор с ними не разобралась в том плане, что вот эти стрелки, да, я вижу. Вот эти стрелки. Да, я вижу вот эти стрелки, куда они крутят, но я все равно каждый раз тестирую на задних прядках. Думаю, в какую же сторону он ее закрутит. Потому что все равно, вот что вот это значит? Что они будут к лицу у меня в итоге или от лица? Наверняка к лицу, да. Слушайте, кажется, я только сейчас поняла. В общем, вот этим я не пользуюсь. Хотя почему? Они какие-то другие. Мне Слава уже 5 раз сказала, посмотри видеоинструкцию. Я не хочу, мне нравится все вот так вот узнавать методом тыка. Кстати, они какие-то странные. Я думала, что они просто как бы как мини-версия вот этого. Мне даже вот этих немножко не хватает на мою длину и на мою густоту. Мне приходится брать достаточно необъемные прядки, чтобы классно все закрутить. Но, опять же таки, я еще не наловчилась, как бы учусь. Вот это я не знаю, типа фен, наверное, как насадка просто посушить. Ну, какая-то чепуха. Ну, не, удобно, если дома нет фена, у меня-то есть. Но фен мне зачем, когда у меня есть офигенный стайлер, не знаю. Ну, не, все равно нужен. Вот эти расчески, я не знаю, какая у них разница. Может быть, одна более массажная, другая менее массажная. Я просто знаю, что они, типа, как для выпрямления клево, но... Ну, да, просто как бы расчесываешь сразу и это, чешешь. И сушишь. Но видите, тут пупырышки отличаются. Тут нет пупырышков, тут просто четко прямые. Тут есть пупырышки. Все-таки, наверное, одна может массажная. И эти как-то пожестче. Вот в чем разница? Да, я, конечно, надо посмотреть инструкции. Да. Наверное, это было бы логичней. Ну и что, в принципе, про него еще рассказать. Отличная модель. Мне очень нравится. Я его вот так включаю. Он мне сушит горячим. Потом, когда мне надо, прядку я беру. И все еще накрученная прядка. Я ее так держу наверх. Воздух становится холодным, поток. Да. И как бы кайф. О, кстати, можно было сюда просто опустить. Какого фига? Мне так тяжело палец держать. Такая тугая она. Просто суть в том, что так лучше фиксируется локон. Я вам отвечаю. Вчера мои волосы выглядели вообще бомбезно. Ну, понятно, сразу после укладки, конечно, они будут выглядеть шикарно. В общем, теперь у меня здесь мое место для макияжа. Мне тут очень нравится. Очень мне тут уютно. Ну, что сказать. Вот так. Вот эта сторона у меня всегда лучше получается. Сейчас они у меня тоже, ну, как бы, я их немножко даже, кстати, лаком вчера попшикала. Ну, мне еще нравится то, что объем появляется, хороший объем. Да и просто волосы выглядят ухоженнее как-то. Я их, правда, еще не расчесывала, ну, перед тем, как снимать, да, не расчесывала, чтобы прям во всей красе показать. Ну, и, как говорится, я еще не наловчилась до конца. Но мне очень нравится мой подарок. Я его очень люблю, и мужа своего люблю. И я, правда, давно мечтала о Дайсоне. Ну, не то чтобы это первая необходимость, но это действительно облегчило мне жизнь, и мне как-то стало еще приятнее ухаживать за собой, это очень классно. Ну и волосы выглядят всегда шелковистыми, ухоженными, я это люблю, вы знаете. Я за то, чтобы все было ухожено и красиво. Опять садится камера. Это еще не все, что я вам хотела показать изменения в нашем доме. Как наша комната изменилась в спальне. Убрали полки, которые здесь по телевизорам были. Постарались максимально спрятать все провода. У нас там теперь вот так красиво стоит PlayStation. Вот это вот то, что я повесила, я это уберу, потому что я так положила. Ну, как бы, не знаю, будет красиво, не будет. Ну, короче, некрасиво. Наш любимый телевизор. Мы его всей семьей очень сильно любим, ценим, уважаем. Желаем ему счастья, здоровья и... Хороший всех благ и вообще офигенно работать в новом году. Офигенно работать, зарабатывать, да. Ну, это наш свет любимый, вы его знаете. Причем такой угар. Я недавно пишу производителям, типа, ребят, какого-то фига он как-то стал светить. Что-то холодным каким-то. Вообще цветов никаких не вижу. Почему так? Они, я думаю, то, что у них, наверное, срок годности сломалось. А мы реально 2 недели живем с холодным светом, без цветов прикольных. Это просто вообще угар. Мы там просто кнопок каких-то натыкли. На самом деле свет тут просто офигенный. И все с ним в порядке. Мы тут, короче, какие-то кнопки натыкали. Ну, я, скорее всего. И он просто стал очень холодный. Из-за этого все цвета выглядели как синий. Ну, в общем, глупость какая-то. Производители мне сразу написали, типа, а, может быть, вы там что-то сделали, потому что такого не может быть. И оказалось, действительно, это мы дурачки. Ну, я. Такая вот у нас здесь красота. PlayStation.
Все мальчишки, небось, сейчас обзавидовались. Не, клево, клево. Да и подставка клевая. Мне даже некоторые мальчики в директ писали: вау, что за подставка такая крутая, где вся? У меня прям пополняется благодаря этой плойке аудитория. Тут у нас какие-то свечечки, кремушки. Ну, на самом деле, ничего такого вот как бы нужного прям сильно. Коробки пока здесь, мы потом заменим. И вообще, не знаю, пока нормально и с этой, кстати, полкой живется. Вообще пофиг, на нем ее с балкона перетащили. Там тоже, кстати, изменения. Ну, не то чтобы сильные, но как минимум этой полки там нет. Вот. А коробки просто пока деть некуда. И, да, в принципе, туда и поставить нечего, если честно. Поэтому мы решили, пусть они там пока стоят, в принципе, не мешают. Может, не идеально, но не мешают. Такие вот изменения приятные. Тут очень много стало места для ходьбы. Самое интересное изменение в комнате у Славы. Тут пока не стоит, сами знаете, кто, компьютер. Чтобы он не слышал. Но, кстати, сегодня позвонили и сказали, что, скорее всего, все будет супер, и даже информацию достанут. В общем, я терпеть не могу вот эту вот цветочную стену. А, не знаю, рассказывала я вам историю или нет, о том, что эта комната предназначалась для моего дедушки. Он мне как-то сказал, то, что вот, в новой квартире, там, сделай ремонт, сделай мне комнату, я буду приезжать спать. Я такая, ну, как бы всерьез восприняла, потому что, ну, конечно, дедуль, конечно, давай, давай. Я думаю, сделаю эту комнату для дедушки. Тут стояла кровать, телевизор, полка под телевизор, как бы шкаф мы не стали брать, думали, попозже возьмем, и вообще понадобится он или нет. Короче, когда сюда пришел дедушка в эту комнату, я ему говорю: вот, дедуль, твоя комната. Он говорит: да ты что, я пошутил. Ну, короче, дедушка у меня приколист. Ну ладно, ничего страшного, просто суть в том, что я бы, конечно, тут сразу не стала ставить кровать, хотя она нам потом пригодилась. В общем, суть не в этом. Суть в том, что меня бесит эта стена с цветочками, и меня очень сильно бесило, когда мы снимали реакции, и на фоне была вот эта стена и диван, который мы поменяли местами со столом. Стало теперь тут вот так. Когда появится комп, будет лучше, поверьте. Просто, когда ты смотришь на стол, где есть комп, ты не смотришь сильно на стену. Она тебя как бы так не напрягает. Потому что ты сразу смотришь в комп, да? Представим, что он тут, вот так. И ты как бы не смотришь, не всматриваешься в стену. Но самое главное то, что фон на реакциях у нас будет такой. Просто мы еще будем свет вот этот в углу убирать. И у нас будет светлый фон без цветочков. А еще у нас тут, кстати, тоже нам привезли вчера еще две лампы. Я заказала, потому что мы их просто обожаем. Мы больные на эти лампы. Угу. А, вы не видите. Дали. Так что у нас вообще тут такая вечеринка. Просто тут, я считаю, летсплей надо снимать. В общем, я кайфую от того, что теперь на фоне нет сратых цветов. Мне очень нравится. Я еще додумалась перевернуть вот этот плед. Кверх ногами, ну, точнее, наизнанку. Там он волосатенький. Я думаю, зачем нам вот эти волосики? Пусть выглядит как будто плюшевый. Просто без дивана тут совсем как бы неуютно было бы. А этот диван по цвету немножко не подходит. Ну, может, ну, я не знаю, ну, вот серым. Он еще такой немножко, как этот, кожаный, короче, как морда сплющенная. Не нравится. Поэтому мы его как бы вот так вот заделали под беленький. Вот, ну тут сейчас как бы тоже, я тут как-то, когда мы тут раскладывали, все я разложила красиво, это сейчас мы тут беспорядок некий навели, потому что мне нужен был вот этот столик, свет, и как бы все сместилось. Но так мне очень нравится, честно, ну вот прям лайк. Вот, так что теперь здесь вот так вот. Ну, понятно, минимализмом сильно не пахнет, а вот это у нас лежит, получается, специальная штучка под этой кабинкой, и мы ее со Славой двигали. Мы ее отодвинули вот сюда, ну, короче, вот этот угол сюда подвинули, потому что надо было залезть туда и воткнуть там розетку. Там есть за ним розетка. И мы воткнули, и, короче, теперь у нас тут всегда лежал провод, потому что Славе нужно было от кабинки тянуть вот так вот провод к своему компу. И я ему давно говорила: давай сюда поставим стол, ничего не надо будет тянуть. Поэтому, посмотрите, теперь все провода там, какие-то у него еще здесь спрятаны. Тут вообще все на мазы, да? Так что очень стало удобно, уютно, и никаких, главное, проводов. Я их ненавижу. Вот. А что у нас на балконе? Ну, на балконе у нас как бы, как всегда, все тяжело. Я тут сделала супер перестановку. Во-первых, вот, кстати, вторая лампа. Во-первых, вот эта полка, которая у нас стояла в спальне, да, под телевизором. Ну, как бы она теперь стоит здесь. Там очень много разных коробок. Там у меня за полкой вообще эта кушетка для массажа. Мне ее
мне ее как-то подарила, ну, как бы отдала мастер моя по маникюру, говорит, вот тебе, потому что к тебе приходят ресницы делать как раз то, что нужно. В итоге, если честно, я ей, по-моему, воспользовалась один раз, надо будет ей, кстати, может, ее вернуть, может, она ей нужнее. Ну, здесь ничего интересного, тут, на самом деле, как всегда, хлам, все еще по-прежнему. Этот телевизор поедет на дачу, потому что он нам не нужен, он у нас в спальне был, сейчас у нас огромная плазма. Вот это я собираю для бабушки Славы, потому что у них куры, и обычно нам передают яички вот в таких штучках. Я их не выкидываю, и когда заказываю какие-то яйца, тоже не выкидываю. Собираю для бабушки Славы, чтобы у нее было много таких штучек, куда она будет куриные яички складывать. Вот, что-то из этого мы, кстати, собираемся увезти на дачу. Но, опять же таки, разбираться и разбираться надо, и было бы побольше места для хранения, типа шкаф, куда спрятать половину вещей, потому что, опять же таки, что-то нужное. Вот как я могу вот это увезти, вот это как могу увезти, вот это. Тут тоже из техники много всего стоит. Вот эти картины. Можно, кстати, реально на дачу. Нафиг они нам тут нужны? Мы их не вешаем. Ну, в общем, да. Так что вот такие вот приятные изменения, если честно, для меня очень приятные, потому что стало действительно как-то мне поприкольнее. Да и вообще, в принципе, я люблю перемены. Не знаю, как вы. Так что, ну, здесь у меня все по-старому, рассказывать особо нечего. Кстати, на балконе на этом тоже есть некоторые изменения. Но они не такие, что прям вау. Но что-то есть. Здесь у меня сейчас коробочки стоят для обуви. Сюда поставила вот это стояло за дверцей. Отсюда я увезла очень много вещей. Тут все было настолько вплотную. Я увезла вот максимум, сколько не нужно было. То, что я знала точно, носить в ближайшее время не буду. И Слава не будет. Поэтому здесь, посмотрите. Ну вот просто, посмотрите, сколько освободилось свободного места для вещей. Это реально улет. Там тоже разобралась, там все было в коробках, в полках. Много мусора выкинули, правда. Ну, а там ничего, там у нас стоит стол, который вот если на праздник, который раз в 2 года даже, скорее всего, происходит, потому что обычно мы сюда гостей много не зовем, чтобы большой стол доставать. Вот, коробка от PlayStation, также там стояла коробка от компа Славы, но сейчас мы его как бы отнесли в ремонт, поэтому он в коробке как бы, ну, с коробкой отнесли. Здесь моя коллекция кроксов, вы не думайте, что я их не ношу, я их ношу, просто, ну, у нас там, где обувь и там тапочки, там тоже для них, ну, реально уже нет места, у нас там куча тапочек, но сейчас я побольше хожу, конечно, в плюшевых, более теплых, потому что все-таки зима, не за горами, хочется более чего-то такого мягенького. В принципе, тут ничего не изменилось. Ну, как-то живем. Вот этот мусор главное разобрать, поэтому я сейчас буду разбирать мусор. И на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, что вы рады за наши какие-то, хоть и не супер большие, но изменения дома. Они всегда вдохновляют, они всегда воодушевляют. И мне нравится. Мне нравится, правда, я получаю удовольствие от того, что нахожусь дома. Мы еще хотим продать вот этот диван черный. Потому что на нем никто не сидит. Просто он огромный, если честно. Нет, он как бы клевый, но он огромный. И мы хотим его выставить на продажу и, не знаю, что-нибудь другое сюда придумать. Ну, короче, идей и планов много. Наверняка кто-то опять напишет, почему вы не сделаете здесь крутой дизайнерский ремонт. Я еще расскажу, почему. Потому что у нас другие планы на эту жизнь. Поэтому не хочется здесь сейчас делать какой-то дорогой дизайнерский ремонт. Хочется просто, ну, минимально. Минимально. Без каких-то супер бешеных вложений сделать кайф. А это реально сделать, это возможно сделать, нужно просто немножко фантазии, настроения, вдохновения. Ну, чуть-чуть денег, конечно, понадобится, если обои хотите поменять или там мебель какую-то заменить. Вот, но это не то, что делать огромный там целый ремонт. В целом нам отлично живется, как бы все устраивает, особенно когда мы поменяли обои в спальне. Осталось вот только еще в кабинете Славы убрать эти цветочки, но сейчас они меня хотя бы не так сильно будут бесить, потому что они не будут на фоне реакции, потому что я реально смотрю... Я просто ненавижу эти цветочки, реально ненавижу. Славе пофиг на них, и он как бы считает, что и всем пофиг, а мне вот нет. Я уверена, что кто-то смотрит и думает, блин, такой фон, почему? У них здесь столько возможностей. Это правда. Просто возможности есть. Даже без затрат денег. Просто поменять местами стол. Но это же тоже, к этому надо как-то созреть, прийти и договориться. Поэтому главное, что мы что-то такое начали делать, не стоим на месте. В общем, на этом я с вами прощаюсь и очень жду, когда мы начнем снимать новые реакции и с новым фоном. И вообще, я, правда, очень, на самом деле, радуюсь нашим, еще раз скажу, маленьким изменениям. Но они действительно вдохновляют, поэтому если что-то вас дома напрягает, я всегда. Если меня что-то напрягает и хочется перемен, самое простое и классное решение — это, ну, вот, поменять, ну, какую-то перестановку дома сделать.
что-то заменить, что-то продать, купить что-то получше, чуть-чуть добавить, например, да? Вот какие-то такие простые, ну, как бы, а вот в душе по кайфу сразу становится, сразу вот движуха, поэтому рекомендую, реально, очень-очень приятно, очень помогает. В общем, все, я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, обнимаю, оставляйте комментарии, все читаю, и буду стараться почаще выпускать видосы и много чего есть рассказать, показать. Чуть не забыла, это же самое главное. Какой пока? У нас с Кариной вышли пресеты. И я оставила ссылку в описании, и, к сожалению, наверное, промокод вы не успеете, но если успеете, если у нас будет промокод на скидку, то он тоже будет в описании, обязательно посмотрите. Я люблю наши пресеты. Я не знаю людей, которые бы жаловались. У нас ни разу не было ситуации, что кто-то там что-то недоволен, кто-то говорит, верните деньги, ни разу. У нас только были такие ситуации, когда, например, девушка там, да, девочка, не знаю, неверно вела почту и решила, что мы ее обманули, потому что ей ничего не пришло на почту, и как бы мы, ну, всячески ей помогаем как можем, ну, вот в плане того, что пришлите чек, пришлите вашу почту, там, чек она не может найти, ну, хорошо, пришлите почту, почту она присылает, мы ее вводим, пробиваем, да, чтобы посмотреть по базе, был такой платеж, нету, следовательно, почта введена неверно, ну, либо обманывает человек, но у нас такое, кстати, было один раз, обманул. Кстати, по-моему, даже это был парень, крыса. Если ты это смотришь, фу, ну ладно, хрен с тобой, подарок тебе на Новый год. И вот, ну, бывают такие немножко... Ну, я понимаю, человек переживает, но просто всегда как бы не спешите, скажем так, гневить Бога, там, обзываться или писать то, что вы вруни, вы там на нас наживаетесь. Ну, так, конечно, не писали, но просто писали то, что верните мои деньги, вы меня, типа, обманули, вы мне ничего не прислали, я деньги заплатила. Ну, как бы не разбрасывайтесь словами, потому что в конечном итоге, как правило, если вам не пришли наши пресеты, которые вы купили на нашем сайте, есть только два варианта. Во всех остальных вариантах, случаях, все приходит. Либо вы неверно указали почту, ну, вы сами понимаете, если вы неверно наберете номер, вы же не дозвонитесь до абонента, то же самое. И второй вариант, если просто не прошла оплата. По любой причине, недостаточно средств, еще что-то, банк там заглючило, вот все. Вариантов больше нет. Следовательно, вы же можете проверить, списались деньги или нет. Ну и сохраните чек. Всегда вообще, я вот, кстати, не знаю, что за привычка. Я всегда сохраняю чек, и в онлайн-банках всегда можно найти чек. Кто-то пишет, я не могу найти чек. Короче, странно, ладно. В общем, я к тому, что мы всегда всем помогаем. У нас нет ни одного недовольного человека, точнее, были, которым, да, что-то не пришло. Но мы решили проблему, они стали довольными. Ну, насколько мне известно, потому что мы с Кариной сами сидим в этой поддержке, разумеется, мы, ну, как бы, решаем все, что можем. Иногда, когда неверный человек вводит почту, я или Карина, мы вручную среди кучи просто оплат ищем одну почту. Ну, я всегда спрашиваю тоже, примерно в какое время вы произвели оплату, чтобы хоть как-то сузить круг. И находим, присылаем, не воруем. Поэтому, мои хорошие, ссылка на наши пресеты в описании. Скоро у нас планируется еще что-то классное, новый пакет. Но пока он еще в разработке. Точнее, пресеты у нас уже готовы, но нам нужно просто, ну, начать работу в плане над сайтом, чтобы загрузить туда новый пакет. Ну, как бы есть еще моменты, просто я не могу вам сказать точную дату, но будет, но не знаю когда. В общем, что говорить, когда выйдет, сами узнаете. Всех люблю, целую, обнимаю, ссылки все я оставила в описании, все нужные, очень нужные, супер нужные. Люблю, целую, обнимаю, будь счастлива, здоровой, всем пока.